Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Спешите только с 22 июня по 1 июля в магазине спецодежды и текстиля распродажа товара. Скидка 30% на летнюю и зимнюю спецодежду и обувь. А также при покупке двух вещей вас ждет подарок. Вас ждут по адресу улица Советская, 31. И это была вся информация на сегодня. Не переключайтесь, впереди прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – современная медицинская клиника. Доступное медицинское обслуживание в современной медицинской клинике. Консультации узких специалистов. Гинекология, онкология, ортодонтия и стоматология. УЗИ, медицинские анализы, процедурный кабинет. Записывайтесь по телефону 30550. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. И о погоде. Завтра, 23 июня, в Печоре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью будет плюс 10-12 градусов, а завтра днем 22-24 градусов тепла. Уважаемые рекламодатели, разместить информацию в нашей программе вы можете, обратившись в Центр обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 356-90. Информация дублируется на нашем сайте www.volnaplus.ru. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». В студии была Екатерина Лисицкая. Всем доброго, до свидания!